Друзья, если вы хотите узнавать первыми о выходе новых роликов, то подписывайтесь на мой телеграм Freak Family. Туда я закидываю анонсы о новых видосах, а также иногда высказываю свои мысли по поводу сквада. Также хочу напомнить, что у меня есть второй канал Freak Family Live, в котором выходят нарезки, не попавшие в основу. А теперь приятного вам просмотра. CS GO NICE! Джекпот для... Было слышно. В общем, сегодня я играю против Симпла. Так. Ну, знаете, такого профессионального игрока, который играл в Ашерах, который выиграл в этом флипсайдах и сейчас создал как свою команду Evolution. В общем, это проигрок, которого выигрывал даже он выигрывал Hall of Master, то есть многих профессиональных игроков. И вот я решился против. Да, ребят, не смейтесь, да. Я решился один на один, сука, против самого Симпла. А чем он показывает этот говно? Ну, на этот ножик, ребят, да. Этот нож стоит 10 тысяч рублей. Боже мой, какой же я дебил, да? Ну, в общем, Симпл согласился только на этот нож играть. Ну, то есть, подешевле он не согласился, и я и не предлагал. В общем, короче, я предложил на этот нож сыграть. Если я проигрываю, отдаю этот нож ему. Если я выиграю, ну, звучит, да, смешно. В общем, он отдает там какой-то свой нож. Да, очень. Я даже не знаю, мы даже не выясняли. В общем, ребят, давайте заходим на имапу. А, ты уже готов, типа? Да? Ну, блин, это... Я... Бля, а ебать, нет, руки ублюдские. А, ОП идет? Вот на этой карте можно брать ОП, окей? Ладно, ладно. Все. О, все, первый пошел, ребята. Я, подожди, дай я разомнусь, блин, чуть-чуть. Да, да, чуть-чуть. Чуть-чуть меня аж трясет. Спокойно, спокойно. Замнусь, Саня, пока стой, да? Че, опять отошел, что ли? Ух ты, нихера ты. Да, Саня, за 10 лет с микро ничего не поменялось. Полагаешь. Ой, че за лаги были? Ты хейтер акула, не акула, обожаю, пиздец. Не знаю, не должен. Мне что-то залагало. Есть? Скажешь, как готов? Сейчас, сейчас, чуть-чуть. Я тоже сам только про... Ай-яй-яй. Так, ладно, давай, похер. Перед смертью не надышишься. Давай, заводи, короче. А, песенку включусь. О, под песенку еще, ну ладно. А, под песенку, блядь, ну это нечестно. Да-да-да. Амстер! Макс Коржа включил? Не, его поможет нам. Поехали. Все, я готов. 1-0! Хорошо! Ебать, реакция. Блять. Ладно. Хоть не в сухую. Нормально. А, ВП взял? Окей. Конечно. Ну конечно. О, вот это опасно. Бля, что это за пиздец? Ты точно ты играешь? Нет. Давай, играем. Блядь. Дружок, хочешь залутать $30 бесплатно? У меня есть чем тебя удивить. На CS GO Run завезли кучу халявы. Для этого переходи по ссылке в описании, вводи промокод и получай халявный бонус. Поднимай скины на лучшем сайте и обменивай выигрыш на любой понравившийся скин. Жду тебя в гости на CS GO Run. Мне говорили, что Олаф Мейсера выиграл. Да? Да. Нихуя себе. Спокойно. Хорошо. 16 кп у тебя? 75. Серьезно? Да. Тебя прошу.
Как его акула вообще убивает? Ты не просто они тогда вообще играть не умел? Да, ты меня попал. Ну, когда я там перепрыгивал. Ну, 75 у меня хп. Нормально, нормально. Сейчас все будет. Ты что, с пистолетом? Серьёзно? Легко очень. Именно за дефенс. Ценой убивает. Чекни, акул, левша или правша? Чё? Нормально, нормально, нормально. Эволюшн, это что было? Бля, акул тогда не понимал, насколько он легендарный ролик записал, да? Ай. О, попал? Не-не-не, не попал. Сука. Видел кровь, понял? Бля, 9-3. Нормально. Все, камбэк пошел. Бля, справа же бежал. Блядь. Через скайп играли? Не знаю. Но стреляет акул, конечно, жестко. Сука. Какой бот. Да, блять, АВП не берется. Ладно, ладно, спокойно. 11-4 там. Здесь КТ сильная сторона, поэтому. Так, серьезно, КТ тут сильнее, тут светлее за КТ. Серьезно? Светлее за КТ, говорит. Следующую игру ты начнешь за КТ. Ладно. Хорошо. Ладно. Финализ DreamHack. Как вот он убил вообще? Да, реально как-то легко даже за эту сторону играть. Пиздец, легко стало, прям чувствуется. Нормально. 7. 7? Да. Лол. Таня, кстати, до сих пор так говорит. Чё там, в Evolution есть свободное место? Не, нормально, нормально, 13-7, я, конечно, худшего ожидал. Да ладно, сколько хп? 7. Move it, move it. Вот это наглость, а. Ой, наебал. Все, поплыл я. Наебал, говорит. Куда бежим? Да. Давай. Ладно, хуйня видос. Факты, если честно. Супер скучный. Я не знаю.